упражнение жим штанги лежа на горизонтальной скамье. Ложимся таким образом, чтобы уровень глаз совпадал у нас с грифом. Мне кажется, Настя может немножко туда еще двинуться. Ноги по краям, у нас колени раздвинуты в стороны для того, чтобы была лучшая устойчивость. Стопы полностью прижаты к полу. Мы подбираем хват таким образом, чтобы угол был прямой между предплечьем и плечом во время сгибания руки. Отпускать будем на уровне средней части грудных мышц. Начинаем с исходного положения. Штанга четко совпадает у нас с плечевым суставом. Четко под плечевым суставом. Выполняем отпускание. Касаемся грудных. Выпрямляем руки и выполняем выдох. Выдох. И выдох. Всегда контролируем отпускание штанги для того, чтобы оно было ровным. Достаточно.